Рассмотрим работу с номенклатурой брекетов. Для этого необходимо нажать кнопку «Склад брекетов». В открывшейся странице выбрать вкладочку «Управление номенклатурой». Здесь мы видим все те брекеты, которые заведены в данный момент в системе. Для того, чтобы добавить новый, необходимо выбрать вендор, указать номер серии, каталожный номер и указать параметры торг, ангуляцию, ротацию и выбрать необходимые зубы, на которые подходит данный брекет. Для того, чтобы добавить его в номенклатуру, необходимо установить галочку здесь и нажать «Добавить номенклатуру». Все, брекет был добавлен. Теперь рассмотрим случай с конфликтами. Например, я хочу добавить брекет вот с таким же каталоговым номером. После завершения ввода система показывает то, что брекет с таким каталоговым номером уже есть и нельзя ввести его дубликат. Таким образом можно очистить фильтр. Можно править те брекеты, которые уже добавлены в системе. Для этого можно использовать, для подбора можно использовать фильтр, например, вот так вот. И здесь я могу изменить те параметры, которые необходимы. В случае, если брекет был добавлен ошибочно, то необходимо его просто отключить. Делается это вот так. Брекеты, которые отмечены чекбоксом, вот здесь вот, являются неактивными, и доктор их не сможет добавить.